Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «Авантюра на двоих». Сюжет. Четвертая серия. Саша и Марина почувствовали, между ними промелькнула искра симпатии. Но все жизненные обстоятельства против союза этой пары. Бабушка и другие члены семьи считают, Саша – их кровный родственник. А бывший жених и лучшая подруга Марины придумали план, который поможет Дмитрию воссоединиться с любимой, а Катя – с Сашей. Что сообразили компаньоны? И чего теперь ждать главным героям? Саша начал привыкать к новой семье, которой у него никогда не было. Кажется, парню начала верить даже Марина, но вскоре это доверие пошатнулось. Лучший друг Александра попал в беду. Он попросил парня найти необходимую сумму денег, чтобы откупиться от бандитов. Чтобы получить необходимые средства, Саша отдал в ломбард фамильные часы, которые накануне ему подарила бабушка. Но об этом узнала Марина, что ожидала героя. И нашел ли он слова оправдания? Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется, где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.